Итак, молодой, слухай сюда, сейчас буду рассказывать, как брать медведя. Говорю один раз, второй раз повторять не буду, да? Короче, покупаешь в магазине 10, 20, лучше 30 банок гороховой каши, подходишь к берлоге и туда все кидаешь, короче говоря, все. Медведь, если он дурак, 90% случаев он сразу там быстро жирает и все. 10% случаев спрашивают, что такое, откуда подгон, ты ему говоришь, там, ну, Гринпис, Единая Россия, там все. У него вопросов больше нет, все, он захал. И ты сидишь спокойно около берлоги, ждешь, пока он там испердится до посинения. И как только в берлоге первый подснежник завел, ты сразу же туда, раз, хера. И все, и залегай, вспышка справа, ногами к взрыву, все. Там трах-бабахся. Ну и потом хорошие куски из деревья соскребаешь в рюкзак и домой. Ну, или убегаешь от горящего медведя. Это как повезет.